Ух ты, и снова я, Александр Криволап, печеняги. Ребята, сегодня 22 мая 2021 года. Вот зацветла белая спирея. Или еще называют спирея вангутта. Спирея вангутта – это кустарник с разнообразной формой и окраской соцветий. Высота кустарника достигает до 2 метров. И в ширину тоже до 2 метров. Белая спирея – очень красивый кустарник с красивым эффектным цветением. Цветение обычно начинается с середины мая или в начале летних месяцев. Продолжительность цветения составляет от 2 до 3 недель. От 2 до 3 недель. Важным моментом для спиреи является при поливе является температурный режим. То есть температура воды. Растение не любит холодную воду и даже прохладную. В этом случае растение теряет питательные вещества и энергию для достижения необходимой температуры воды. Растение в этот момент тормозит в росте и развитии. Оптимальная температура воды должна быть для полива плюс 15, плюс 20 градусов. Белая спирея – светолюбивое растение. Ну что, подойдем ближе. Мы будем чуть-чуть, а то нас заругают. Белая спирея, смотри, какая красота. Будто невеста вся в белом. Белая спирея. Или спирея вангутта. Дальше отойду. Так. Белая спирея. Или спирея вангутта. Ай. Ну все, ребятка. Всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволап. Печенеги. Белая спирея. Пока-пока, ребят. Красота на иходе. Там еще одна белая спирея растет.